assalomu alaykum aka uka opa singillarim, hammalaringiz sizga salomatchilik tilayman har doimgidek. Do'stlar, aka uka opa singillar va nihoyatda hozir mana singlimni xabar olishga kelyapmiz holidan. Inshaalloh hozir ichkariga kira olsak, yana sizlarga ko'rsataman. Ketdik. Assalomu alaykum. Здравствуйте. О, у вас порядок идет. Хорошо, здравствуйте, здравствуйте. Доктора, к мальчишму? Он там что? Вот это вот самое главное надо. А? Подарок, этот подарок очень долгий стал, я его нашел. Слышишь, вот этот вот, это книга «Талисман победителя». Это книга. Это книга Давлатов Саидмурод Раджабович. Здесь 360 страниц. Здесь 360 страниц. В каждой странице есть пословица, которую каждый день надо изучать. Не читать, а изучать. То есть это тебе хватит на год. Каждый день по одному странице. Поняла? Оно даст тебе мотивацию. Оно даст тебе силу жить. Поняла? Спасибо большое, да. Да, ты победитель. Ты молодец. Молодец. Мы победители. Мы победители. Молодец. Молодец, молодец. Тинч, мама. Мама, как ты хороший. Серьезно? Да, 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 это хорошо. Хорошо, это хорошо. Друзья, ракеты копа сильные. Бугун камера чем из ёк, съемка чем из ёк. Мама, что чем? Узим сам съемка, халам сам. Так. Хорошо? Вот так. Хола кем? Карл, не слышу. Мама, самое главное, яхши. Яхши, бей буди ухай. Кани кокоази аплата, кани аплата каналдар. Бугун аплата куны дозуля, оз сэдар билан бирг-биргалиги болуп, аплата кылып келамиз. Хорошо? Хорошо, кеттик. Здравствуйте. Аплата? Да я уже пошел. Проживайте там же, да, все, коробостроители? Нет, я сейчас это самое, Корнея Чуковского. Ну, прописка-то да, проживаю. Ну, понятно. Оплата будет наличными. Хорошо. А плательщикам оставляем пациентам? Да. Разницы нету. Нормально. Самое главное, чтобы то оплата первое, прошла. Да? Чтобы должен не остались. Первое. Да. Хорошо. Кенджаева, да? Да. Правильно. Так, сто восемьдесят один по 1000 10 рублей. 181 000 10 рублей. Рублей, да. Все. Да. 10 7 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
Не-не-не, мы еще здесь. Еще остаемся. Мы еще здесь. Вот это посчитайте, пожалуйста. Там сколько? 100 тысяч здесь. 100 тысяч. Вот еще 81 тысяча. 10 рублей. Так, это вам ботинок. Здесь прямо по коридору 15 кабинет. Молодец какой. Как в аптеке? Конечно. Кровь, да? А. Спасибо, что... Спасибо за бездачу, надо сказать. Да. Как в Макдональдсе. 15, вот здесь прямо. Bizlarım atıl kopasın bizlarım. Azı kassamız da bana şunu çok pul kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani 40.000, 41.000 ya. Atıl kopasın bizlarım. Yani ki bu pullardan hazı yani doğru dertman. Eğer bir mayda şu ilerisi kalası oldu böyle yaptı. Kassamızda hagen pul şu kuruyorsunlar. İltimaskla bir yana sorayım ki şu kızın liçeniyası ki yana yan kirek. Yardım kirek. Sağlama pulin. Я отчет даю. Мы всем миром, таджики, узбеки, собрались, чтобы лечить эту девочку. Она уже долгое время лежит. Поэтому народу надо отчет давать. Что деньги в правильное место ушли. Сколько осталось? Что потрачены? Да, что потрачены, что куплены. Деньги народу опасны. За них надо отвечать. Спасибо большое. Вот это вся вкус лечения, друзья. Все, что потратили на нашу девочку. Все, спасибо вам, благодарю. Мы еще, видимо, к вам еще зайдем. Ну да, судя по тому, что раз не выписали еще, я думаю, что да. Позже еще надо будет оплачивать. Да, и еще что-то будут делать или будут просто наблюдать? Кровь должны еще, если надо будет, еще кровь должны давать. И... А скажите, пожалуйста, нескромный вопрос. Да. А вот этот значок, который у вас висит на пиджаке, да, он у вас откуда? Я ходил по рынку, по садовым. Так.
И смотрю, его продает мужчина, пожилой стоит, у него много значков и стоит Ленин. Я говорю, сколько она стоит? Он говорит, 50 рублей. На самом деле она дороже стоит. Я ему 500 рублей отдал и забрал. Я фанат. Вы с какой целью этот значок носите? Я не скажу, что он хороший человек или плохой человек. Я знаю, что он великий человек. Нет, он узнаваемый человек. Я не собираюсь оспаривать его, так сказать... С какой целью нашел? Хочу знать таким же. Великим, да, конечно. Понятно, понятно. Один раз рождаюсь. Чтобы молодой мужчина, вы же, насколько я понимаю, еще достаточно молоды. Да. Да, чтобы молодой мужчина носил этот значок, должны быть какие-то идейные убеждения. Конечно. Спасибо большое, здоровья. Do'stlar, aka ukopa singillarim, mana ko'rib turganlaringdek, kirib oplata qilib chiqdik inshaalloh. Bir qarzdan qutuldik. Hozir endi dalishi endi hozir qilgan ishlariga pul oldi. Ya'ni rashod qildik. Hozir endi dalishi yana nima qilsa ega shularni yana berishimiz kerak. Lekin hozirga bizga do'stlar yaqin kunda Feruza opam kelib, holidan xabar olgan kunlari bizga maslahat berdilarki, shu qiz endi dush qila olmaydi, ya'ni cho'mila olmaydi, boshini yuva olmaydi. Shunaqalarga mana bunaqa meditsinskiy magazin bor ekan, shu yerdan shunaqa balonchik bo'lar ekan, именно специально для тела, для головы, для волос, чтобы odam mana shu yotgan joyida dush qilar ekan. Tushunyapsiz? Mana shu narsalar kerak yotgan kasalga. Shularni kirib olamiz do'stlar, sizlar bilan birga bo'linglar. Ketdik. А, хоз мы что бы занг мы знаем, Макачон. Хорошо, здравствуйте. Этот нам нужно, да, хоз. Нам нужно, знаете, что этот? Пенка для головы. Маш, мы перезвоним к нам, Макачон. Так, пенка для головы? Да, чтобы голову мить. Я поняла. И... А для головы нету ничего. Тело. Сейчас я посмотрю, но, по-моему... Вот это же для тела, по-моему. Там для тела, да. Очищение. Сейчас я посмотрю. А, для головы нету. Для головы нету, да? Хорошо. А где можно найти? Расскажите. Ну, в аптеку можно попробовать сходить. Вот, вот, в аптеку, в аптеку, да. Хорошо, тогда все комплектно найдем. Ладно, спасибо. Да. Достар, бетте, уже без них ираги нарсы яваке. Баданге варекенде, бошке яваке. Шунге, hammasini birgalik qilib olib kelib beramiz, albatta va'da beraman men buni. Hozir endi yana dalishga ketdik davlat xizmatlari bilan. Salomat bo'linglar do'stlar, hammaga rahmat. Ko'rib kuzatib borganlaring uchun, shu qizga befarq bo'lmaganlaring uchun, baro yordam kardagiton baro kumakoton rahmat kalon do'stlar aziz. Toboz deyil. Aka ukopa singillar, va'da berganimda albatta biz boshqa aptekaga keldik. Apteka Azerki. Bu reklama emas, shunchaki shu yerda bor. Такие салфетки. Здесь 60 штук. Одна упаковка. Одна упаковка, да, хватит. Митя, пена для чего это? Для тела. А для меня сейчас нет. Сейчас посмотрю, бывают еще такие шапочки. Да, вот шапочки. Бывают шапочки, они вроде бы ты на производитель одеваешь, для да, да, волосы, да. Да, и они чистые становятся. Да. У нас пока нет. Попробуйте, может, другой. Хорошо, сейчас. Это для тела есть, да? Это для тела и влажные очищающие салфетки. Все, да. А пакетик нужен будет? Да, конечно. Есть. Вы нарастите, что ли, пакетики или лекарственные? Есть нарастительные, сами, пакетики. Ну, сколько будет стоить? Ну, давайте, которые подешевле. Сейчас я посмотрю, если этот пакет поместится, это пакет 4 рубля. Вот так подойдет? Да. Какой сустав болит? 753 рубля. Карта есть у вас аптеки? Карта аптеки нету по номеру телефона, да? Да, да, да. 999. 240 70 00. Три рубля найдете? Да, найду. Чек печатать надо? Да, да, чек печатать обязательно. Вы
рубля есть, да? 10? Да, 3 рубля есть там. Да, 3 рубля нету, 10 тысяч. Ай, Узман, откашлял, откашлял, себе тоже надо было что-то взять. Аман ойлайманды, өзімді ойлайман екен. Кіріп, өзімге ем откашлай олдым. Атсесе, опамыз маслият берділе. Дөсілер, әке өлкі опасыңгыларым, енді мана көріп тұрыпсылар. Шу-шунақы 600 сөм, 700 сөм, 1000 сөм, 1200 сөм, 1500 сөм, 500 сөм, 400 сөм. Мана шунақы майда-майда расходлар ем көп шу қызымызны. Яна ке қайсыны... Қайсы мелочь расходларын өзімден қылыпман, қайсы бірін шу хайриядан қылыпман, яғни эхсан пулларыдан қылыпман, дөслер. Енді мені тоғыр түшінесілер, чүнкі мен блогер бүген күнім YouTube пул бермейтін болды. Түсінесіз? Машинаға болады, өзі кәмбағалды, өз машинаға болады. Бұттан ма ұшып кетсе керек, кәмбағалды немесе кіріп кетеді. Машинаға достарым, hozir meni основной daromadim internet tarmog'ida. Ana internet tarmog'ida pul ishlamoqchi bo'lsangiz, marhamat qilinglar, silka opisaniyada bo'ladi do'stlar aka opa-singillar, ya'niki men daromad olyapmanmi? Sizlarda ham получится. Bosing, kiring, registratsiya bo'ling, aktivatsiya bo'ling, ishlang, pul ishlang, hayotingizni yaxshi zo'r qiling. Ko'rishguncha.